It's hard to breathe, but that's alright. Hush. Всем привет, с вами я, Дент. Сегодня у нас видео про то, что это у нас вторая часть Paint. Я уже усвоился. Сегодня будем рисовать дом. Дом я попытаюсь нарисовать два. Первый с помощью фигур. Это вот так должно выглядеть. А второй с помощью фигур. Так, ну дом, конечно, у него должна быть крыша. Я уже более тут менее тут освоился. Тут должны быть окна. Давайте их сделаем вот такие вот. Вот так вот. И вот так вот. Как-то так. Еще должна быть дверь. Вот так вот. Так, это типа... Не-не-не-не-не-не-не-не. Так, дальше. Сейчас кое-что сделаю. Вот. Это ручка. Так, у нас еще есть тут вот эта вот полосочка должна быть. Так, и еще должно быть вот это. И потом вот это. Вот так вот это должно быть. Кажется, или что-то какое-то неровное. Ну ладно, не суть важно. Тут должен быть... Крест. Вот так вот. Потом вот так вот. Все. А теперь пробую рисовать от руки, то есть от кисти. Сейчас сделаем самую толстую линию и погнали. Так, это... Не-не-не-не-не, уже что-то не так. Так, все. Попытка номер два. Вот так вот сейчас будет ровный. Вуаля. Так, ну его нормально. Так, и вот так, нормально. Дальше, нужно опять сделать крышу, вот так. Дальше, вот так. Дальше нужно сделать трубу, ну это самое легкое, как по мне. Дальше надо сделать окна, вот. Еще одно сейчас окно. И дверь вот так вот должна быть сделана. Так, ну сравните, какое лучше. Это один, это два. В комментах оцените, какое лучше. Второй или первый. Дальше здесь вот сделал вот так вот. Версус. Во, дверь просто идеально. То есть вот первый дом, это второй, голосуйте в комментариях. Опять же говорю, что это был второй видео про Paint, с вами был я, Дент. Лайк поставьте, подписку тоже оформите. Ну и поделитесь видео с друзьями. Всем пока!